Всем большой привет! Сегодня у нас очередной эксперимент. Будем красить пасхальные яйца натуральным красителем, таким как кора крушины. Ее можно купить в аптеке или на рынке, где продаются лекарственные растения. Стоит она недорого. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. В кастрюлю из нержавейки высыпаем 50 граммов коры крушины, наливаем 700 мл воды комнатной температуры и отправляем кастрюлю на плиту. С момента закипания варим кору на небольшом огне 40 минут под закрытой крышкой. Затем процеживаем крушину с помощью сита в небольшую емкость. В полученный отвар добавляем 50 мл 9% уксуса, закладываем туда горячие вареные яйца и оставляем их краситься на 10-12 часов. Спустя указанное время достаем яйца из отвара. Выкладываем на бумажную салфетку, даем полностью высохнуть и смазываем для придания блеска подсолнечным маслом. В итоге получаем пасхальные яйца золотистого цвета. На этом эксперимент закончен. Поздравляю всех с наступающим праздником Пасхи! Желаю мира и добра! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.